Об этом сегодня на заседании регионального совета безопасности рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Одним из основных вопросов – подготовка к проведению выборов президента России, которые пройдут 18 марта. Главная задача – обеспечить безопасность и законность голосования. Пристально уделить внимание фактам незаконной агитации в день проведения выборов. Вот это, как правило, всегда сопровождает любые выборы. Мы должны быть здесь принципиальны, как никогда. Мы просто будем требовать соблюдения закона. Никому это не позволено. И никто не будет никаким способом продолжать агитацию в день голосования. И в день тишины в том числе. И, коллеги главы муниципальных образований, это в первую очередь тоже и ваша задача. У нас в крае 4 100 000 избирателей. Наша с вами задача дать просто возможность, дать им право свободно, спокойно проголосовать. Сделать свое волеизъявление за того кандидата президента, за которого они считают. Еще раз подчеркиваю, мы должны обеспечить им эту возможность, и мы ее обеспечим. В Краснодарском крае будет работать 2791 избирательный участок. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения.